Всем привет! С вами канал Punk Time. Меня зовут Габа. Поехали! Сегодняшний обзор будет на банду РГ-6 из города Владимир. Банда была основана в 2012 году. Инициатором был Максим, покинувший группу 3 года назад. На данный момент в обойме банды имеется демо, вышедший в 2013 году. В том же 2013 у банды выходит EP. В 2014 у банды выходит полноценный альбом под названием «Пока горит огонь». В 2015 у банды выходит сплит с такими бандами, как «Завод», «Скамейка запасных», «Робин Гуд», «Крахе» под названием «Воля к свободе», «Сильнее всех тюрем». В 2016 банда записывает EP под названием «Рок-н-Ой». В том же 2016 у банды выходит EP под названием «Пусть время идет». В 2017 у банды выходит полноценный альбом под названием «Весь этот мир». В 2018 банда записывает альбом под названием «Река жизни». В 2020 банда выпускает сплит с такой немалоизвестной бандой «Доска почета». Текста наших песен о нашей жизни, о тяжком, но честном труде, о отдыхе с друзьями, о беспределе политиков и полиции. Ну и, конечно же, против расовой ненависти. Стиль банды «Ой, панк», хотя есть элементы и хардкора, и стрит-панка, и классического, среднетемпового «Оя». В 2013-м у банды вышел первый клип на песню «Мы верим». На данный момент в банде играют 3 человек. Игорь, гитары, вокал, Яна, бас-вокал и Влад, барабаны. Почти все текста банды пишет Игорь, хотя в самом начале нашего пути писал Максим. Ну и сейчас Яна тоже подкидывает текста. Ну и что бы хотела пожелать банда своим слушателям? Быть панками и найти свое призвание, чтобы перед тем, как отправиться на тот свет, а это неизбежно, было четкое понимание того, что жизнь была прожита не зря. На этом обзор подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и по традиции, 10 охуенных треков. Да!